Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Приклад верности присязи и воинскому обовязку. У Гомельской области отзначили День памяти воинов-интернационалистов. Рейдовая бригада Головного управления эдукации и управления внутренних справ Гомельского облвыконкама проверяет школы региона. У Гомельской области упершиню отбудется чемпионат по дисциплинах киберспорту. А зараз об этом меньшим больше подробязно. У Гомельской области прошли мероприемства, примеркованные до Дня памяти воинов-интернационалистов и выводу обмежеванного контингенту советской армии из Афганистана. У боевых деяниях у этой краине приняли удел больше как 5000 представников региона. Еще каля 500 человек служили у горячих кропках у інших краинах. С удельниками проведенных акций сустрелся Олег Сенсиров. Початок мероприемства в 11:01 ранницы службы одночасово проходить у двух соборов – Свято-Петропавловском у Гомеля и Михайловском кафедральном у Мазаре. Все удельники областной акции «Запали свечку памяти» прошли дорогами войны, а тому добро ведают цену життя и войскового братерства. 126 зусім еще молодых хлопцев с Гомельской области из Афганистана не вернулись. 126 трагедий для их семьи, однополчан и всей краины. У Бога нет мертвых, у Него все живы. Верю. И нисколько не сомневаюсь, что каждый, кто до конца был верен присяге, кто жил по закону чести и долга, кто остался человеком в кромешном аду войны, получит от Всевышнего награду на небесах. Ровно о полудню во всех храмах Гомельской области начинается панихида по загинувшим. Удел у этой службы имкнутся принять все интернационалисты. Причем до места ее проведения они приезжают загодя. Им есть что узгадать и что обмерковать. До 30-годия выводу обмежеванного контингенту советской армии на Гомельщине выдали афганский альбом. Уникальную книгу об удельниках той войны. Крыху позднее, подчас службы у Иверской церкви, они снова узгадают своих однополчан и те дни, когда один за всех и все за одного. А почему, думают былые солдаты перед запальной свечкой в церкви? Почему об тем, что практически одразу после школы пришлось взять у руки зброю, что шмат разов примали удел у боях, рисковали, але выжили. Дякую Богу, выжили. Подчас урочистостей у Гомеля открыли еще три памятные дошки. Алексей Кравцов учился у 36-й школе, потом некий час працавал на одном из городских предприемств. Сержант-десантник загинул 25 снежня 1982 года. Раз полтора месяца после того, как ему исполнилось 19. У Юрия Кравцова он был одиным сыном. Повестка пришла в военкомат, медкомиссию, призывной талон в военкомат туда. И все, поехал. Мы его проводили на вокзал туда, их повезли на Марьину горку. Меня вот еще дома все вот эти вот вещи, вот книжки, и все памятное, все. На питание, что для их день памяти, воины-афганцы кажут, что перш за все, это день смутку по тех, кто не вернулся. И в той же час, это надея на то, что белорусские мати больше николи не придется отправлять своих сынов на войну. Подчас митингу на областном мемориале загинувших воинов-интернационалистов звучит думка об том, что час лечить, а для тех, кто прошел Афганистан, тая боль не стихнет николи. Когда мы пришли с Афганистана, у нас были очень много было прав. Право учиться, право работать, право создавать семьи. Но у нас, наверное, не было одного права – право забыть. И вот до тех пор, пока сегодня живут афганцы, вот мы должны ходить в школы, ходить в другие учебные заведения, трудовые коллективы и рассказывать об этой войне, чтобы это никогда в жизни не повторилось. Святочный концерт начинается с приемной подеи. Воин-интернационалист Валерий Смага отримывая медаль за отвагу, яким он был узнагороджен 30 годов тому, и подарунок для усіх. Амаль двухгадзіннае выступленне ансамбля песні і танца Міністэрства обороны Республікі Беларусь. Олег Сінцюров, Валерій Гапанько, телерадіокампанія «Гомель». У Гомелі пройшла нарада по питаннях безпеки транспортных перевозок. Повышенная увага до этой темы тлумачится великой колькостью несчастных выпадков, которые отбываются с уделом автотранспорту. Амаль кожны чацвёрты жыхар Гомельской области, які летась загинул на вытворчасці, стал ахвярой дорожно-транспортного здарэння. Непосредным удельником аварии стал и кожны восьмы из тех, кто отримал тяжкие травмы. Такая статистика примушает разглядать пытанне аховы працы и безпеки дорожного руху у комплексе.
Особливую увагу пропонуется надать предприятиям, которые занимаются перевозками школьников. У зоне постоянного мониторинга должны опинуться так само транспортные средства, призначенные для транспортировки небезопасных грузов. При этом только проверками автомобиля справа не обмежуется. Летось у Гомельской области отзначались выпадки, когда водители предприятия находились за рулем у стане алкогольного и даже наркотичного опьянения. У связи с этим всем организациям, которые имеют на своем балансе машины, рекомендовано обязательно набывать тест полоски для проверки на уживание наркотиков и психотропных речевов. Эти меры должны снизить количество здарений и, как выник, смертность среди удельников дорожного руху. Из 6 травмированных это 3 случая ДТП. В одном случае это групповое ДТП, где одновременно погибло 3 работников. По результатам расследования водитель служебного автомобиля признан виновным, нарушивший правила дорожного движения. Второй случай, когда у нас 2 погибших и 4 тяжело травмированных. Тоже это одно ДТП, но в результате вот 2 погибших и 4 тяжело травмированных. Пока выясняются причины дорожно-транспортного происшествия и кто конкретно нарушил правила дорожного движения. Рейдовая бригада Головного управления эдукации и управления внутренних справ Гомельского облвыконкама провела проверку безопасности у школах. Изменения в графику рейдов связаны с трагичным выпадком у Столбцах Минской области. Под пильной увагой пропускный режим во установах эдукации, системы видеоназирания и обвестки, информованность навученцев и персоналу об порядку деяния во умовах нештатных ситуаций. Евгения Кухаронок с подробязностями. У регіоні ще у 2015 році по дорученню старшині Гомельського облвиконкама розпрацювали стандарт безпеки во всіх установах едукації. Необхідність у існуванні такого одного документа підтвердилася на справі. Він дисциплінує, допомагає у тлумаченні створених умов безпеки і їх важності. Відповідно стандарту, обороненість дітей починається літерально з порога школи. На уваході працюють вахтери. У некоторих установах є турнікети. Діяє чиповий пропускний режим. Дорослих далі фойє першого поверха пропускають тільки у тим випадку, коли за ними виходить класний керівник навученця. Чоловік з вулиці зайти не може. В ближайшем будущем все 100% школы будут оборудованы кнопками тревожной сигнализации. На сегодняшний день 85% школ оборудовано, и работа в этом направлении органами внутренних дел ведется. Кроме этого, порядка 30% школ оборудованы средствами видеонаблюдения. Сьогодні стоїть задача навчити самих дітей безпечним поводинам. З 5 по 8 клас школьники вивчають основи безпеки життєдіяльності. На практиці отримані веди вони відпрацьовують у обласному центрі безпеки, який працює на базі ліцею МНС. Там навученці з усього регіону покроково проходять алгоритми поводина у самих різностайних надзвичайних ситуаціях. Є ще один немаловажний фактор, до якого зараз пільна увага – психологічна атмосфера у школьних колективах. Приказом начальника управления образования в Гомельской области сейчас создана областная мобильная группа лучших педагогов-психологов, которые начинают с понедельника выезжать с мастер-классами, обучающими семинарами в районные центры и работать с психологами учреждения образования по вопросу, быстро, оперативно, выявляя проблему при беседе с ребенком, работать с ним и с его родителями. Євгенія Кухаронок, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Школа нових можливостей для дітей війни. У Гомелі пройшов адукаційний семінар по фінансовій письменності для пожилих людей. Його організували обласний палац творчості дітей і молоді і дирекція одного з банків. Удільники семінара були неповнолітні в'язні концлагерів і жихари регіону, які народилися до 9 мая 1945 року. Їх чекали 2 уроки, перепинок і практичний заняток. Пожилим людям розказали про золоті правила збереження, показали, як працювати з інфокіоском і оплачувати комунальні платежі з їх допомогою. Кожному презентували допоможник про те, як завести пенсійну картку. Подобний семінар – це не тільки навчання пожилих людей, але й демонстрація соціальної відповідальності бізнесу по вирішенні проблем різних соціальних груп. Во всі часи в нашому обществі актуальна проблема цього міжпоколенчого діалогу, недостатка або відставання людей, більше
взрослых, более пожилых в получении актуальных современных знаний. И вот одна из тем, это финансовая грамотность, это одна из тем, которая достаточно востребована среди целевой группы, пользование мобильными сервисами, пользование интернет-банком, инфокиосками. Эта тема очень актуальна. Безусловно, мы очень большое внимание уделяем гражданам категории пенсионного возраста, потому что это граждане, которые имеют меньше навыки в сфере IT-технологий. И наши сервисы ежегодно, они совершенствуются и упрощаются интерфейсы для того, чтобы можно было удобно пользоваться нашими услугами. И, безусловно, наши специалисты сегодня работают не только на площадке банка, мы проводим выездные обучающие мероприятия. Это и социальные учреждения, это и школы, и детские сады. Одним из элементов встречи так само стала совместная работа с волонтерами проекта «Живая совесть поколений» в рамках гуманитарной программы «Место встречи – диалог». По оценках медиков, максимум праз два тыдни у Гомельской области почнется спад сезонной захворываемости на острые респираторные инфекции. В регионе узровень захворываемости некоторый час тому был высшейшим за средний по краине. Зараз мы на пятом месте после нескольких областей и Минска. На какие респираторные инфекции частей хворают дети и дорослые? И об чем нагадывают медики? Доведалася Марина Джалая. Конец студеня, початок лютого – звычайный час для подъема захворываемости на вирусные респираторные инфекции. Лечится, что зараз шостый тыдень уздыму. Тыдень тому наша область находилась на третьем месте по колькости хворых. Зараз на пятом. Еще крыху и эпидсезон будет завершенным. Причем непосредственно штаммы гриппу регистрируются у одинковых выпадках. У основном циркулируют парагрипп и аденовирусы. Темп заболеваемости он уже снизился по области. И я думаю, что уже после стабилизации пойдет снижение заболеваемости. Поводов для беспокойства нету. Эпидситуация контролируемая и спокойная. Да, есть сезонность. Мониторинг проводится учреждение образования на плане отсутствия учащихся и соблюдения правил личной гигиены, потому что острые респираторные инфекции и грипп в том числе передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым. У то, что зараз пик захворываемости на острые респираторные инфекции и грипп, на прикладе этой детской поликлиники поверить складано. Пустельные коридоры и только редкие пациенты. На початку тыдня было больше шматлюдно, але без особливых чергов. У Гомельской центральной городской поликлиницы обслуговывается маль 19 тысяч детей. Зараз, кажут педиатры, частей хворают на вирусные респираторные инфекции подлетки по возрасте от 14 до 16 годов. Дети, яких от гриппу прищепили, перед сезонных захворываний переносят стойко, а коли хворают, то в легкой форме, без ускладнений. Усяго вакцинации тут охапили прикладно половину детей. Какова ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в вашей поликлинике? Был ли пик заболеваемости и когда планируется, что будет уже спад? В нашей поликлинике обслуживается более 18 тысяч детей. На данный момент ситуация с подъемом заболеваемости невысокая, в принципе, можно так сказать. В основном это легкие случаи ОРИ, банальные. Да, конечно, регистрируются единичные случаи гриппа, и лабораторно они подтверждаются у нас, но это, как правило, не тяжелые случаи, никаких осложнений у нас нет по детству. То есть, в принципе, все стабильно, спокойно. И все ж специалисты не стомляются нагадывать, что при наявности симптомов гриппа альбо вирусной инфекции треба обовязково свертаться до врача и выконывать усе призначения. Такие хворобы небеспечны ускладнениями, тому самолечением займаться не варто. Будем сподеваться, что хутка от усіх сезонных вирусных захворываний застанутся одни успамины, бо у поветры уже весна, а весна – час для хвороб не подыходячи. Марина Джала, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». 15 год с дня заснования значили отрады аховы правопорядку Белорусского республиканского союза молоди. С моменту з'явления яны супрацоўнічают с силовыми и правоохранными ведомствами. Як яны сочат за парадком и какие обовязки выконывают, доведалася Вероника Гамзюкова. У советский час встретить на улицах народных дружинников было звыклой справой. Зараз яны протягивают свое існаванне, але уже як молодежные отрады аховы правопорядку. Зараз у Гомельской области існує 63 отрада
агульнай колькасцю каля 1200 чалавек. Студэнт 4 курса Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту Павел Цалко з'яўляецца камандзірам атрада. Ён падае прыклад тым, хто толькі ўступіў у рады дружыннікаў. Акцыя «Помощ пажылым людзям» памагалі ім да транспарту данасіць пакупкі, ктору тані не маглі данесці. А адна жэнчына мя даже папрасіла, такая: «Давай я ця куплю даже вот билет, ты меня вот довези меня до дома». Я вот уже закупилась, не рассчитала свои силы. Вот классно, что вот вы мне вот помогли до транспорта, давайте я заплачу, там оплачу. Вот, ну я просто ей помог довести до дома, прям до подъезда донес и пошел домой. Каб стать бойцом молодежного отраду аховы правопорядку, кандидат не повинен иметь проблем с законом. Теории и практики учат на тренингах, какие проходят на базе территориальных отделов внутренних справ, войсковых часток, установ эдукации силовых ведомств. Как бы особых критериев нету там, то есть какие-то нормативы выполнять не надо, там физическое здоровье тоже сверх там человеком быть не надо. Просто вот достаточно захотеть где-нибудь участвовать. Сфера деятельности представников МААП довольно широкая. Отповедное погоднение, например, подписано помеж Союзом молоди и МНС. Воротовальники на базе своих подразделений научают молодь основам безпеки жизнедеятельности и правилам поводина у надзвичайной ситуации. А юнаки и девчаты удельничают у профилактичных мероприемствах под эгидой МНС. У студии яны разом ладзілі акцыю «Асцярожна, тонкі лёд», падчас якой моладзь распавядала сваім аднаходкам аб небяспецы выхаду на зімовыя вадаёмы. Мы разработали собственные листовки, которые по выходным ребята, бойцы, они ходили, раздавали, они не просто раздавали, но и, конечно же, обязательно рассказывали своими словами, потому что все-таки нужен определенный подход. Почему мы говорим, берем именно молодежь? Потому что равный объясняет равному. Это им пригодится в любой работе, неважно, где они будут. То есть, возможно, они не продолжат, возможно, они не станут великими пожарными, но это все равно им пригодится всегда. Бойцы МААП супрацоўнічаюць і з Міністэрствам унутраных справ. Напрыклад, падчас правядзення масавых мерапрыемстваў яны ўдзельнічаюць у ахове правапарадку сумесна з супрацоўнікамі МУС. Таксама яны праводзяць рэйды і дапамагаюць захоўваць бяспеку дарожнага руху. Этим летом было тоже мероприятие, вот, турслёт. И там вот мы уже вплотную работали с МВД. Вот, мы ходили в патрули. Вот, и если что, то, что мы не могли решить, мы связывались с МВД и приходили уже вот ребята в форме, и они уже могли что-то решать уже в той манере, в которой мы этого не можем сделать. Дарэчы, на других европейских гульнях представники МААП будут допомагать правоохоўнікам подтрымливать громадский парадок у столицы. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». За любимую Беларусь. Активисты Белорусского республиканского союза молоди провели святочную акцию у кинотеатра имя Калинина. Мероприемство открыли тематичные выставы и интерактивные пляцовки. Например, жадающие могли написать пожадания для детей с тяжкими захворываниями на стилизованных паштовках, которые потом передадут у республиканский центр радиационной медицины и экологии человека. Закаханные давали клятвы верности и обменивались перстенками у студентском ЗАГСе. Для кожнай пары арганізатары падрыхтавалі вясельныя атрыбуты і фотаздымку. Акрамя таго, моладзь запрашалі пагуляць у дартс з прадказаннямі, зрабіць сувеніры і праверыць танцавальныя здольнасці. У фае кінатэатра размясцілі фотавыставу ўдзельнікаў конкурсу «Каханне ў нашым горадзе». Ежегодная гомельская гарадская арганізацыя БРСМ праводзіцца фотоконкурс «Любовь в большом городе». В этом году у нас 17 участников. Ребята активно борются в голосовании в социальной сети ВКонтакте, и сегодня мы прямо в рамках нашего мероприятия наградим лучшую пару подарком, и это бесплатная фотосессия в стиле Love Story. Далее удельников акции шакал показ авторской коллекции одения, розыгрыш подарунков и премьера фантастичного фильма «Алита. Боевый анёл». У Гомельской области у Першиню отбудется чемпионат по дисциплинах киберспорту. Организаторы – областный комитет БРСМ и молодежное объединение «Платун». Споборництвы проводят по 4 дисциплинах у 3 этапы. 2 отборочные будут проходить онлайн на протягу соковика и красовика. Финал отбудется 9 мая. А кроме киберзмагания, организаторы подрыхтуют насыщенную программу. Вот в течение 2 месяцев определим лучшие команды, и потом уже 9 мая именно на базе университета имени Франциска Скорины проведем финал, который будет проходить в течение дня, и вся тематика, которая будет пронизана, тематика, которая будет пронизана само это мероприятие, это будет именно
День Победы. Мы для этого и стартуем эту спартакиаду, чтобы выявить талантливую молодежь в этом современном мире, выявить и начать работать с будущими чемпионами нашей страны. Подать заявки на удел у киберспартакиаде можно до 28 лютого на сайте объединения «Платун» те в группе у социальной сетцы «УКонтакте». У картинной галереи Гаурила Вашенки стартует новый выставочный проект «Я мастак, я так бачу». С 18 лютого по 31 соковика жыхары Гомельской области могут представить уласную творчую работу у зале галереи. Обмежеванняў до техники выканання няма. Это может быть картина, инсталляция, скульптура, графика, гобелен альбо авторская лялька. Патрабаванняў до узросту удельников и узроўню майстерства организаторы так само не ставят. От одного автора прымают не больше, как три работы. Завтра у эфиры «Беларусь-4» другая программа проекта под назвой «Больш, чым спорт». У гэтым выпуску чемпионки Европы и свету по веславанні на байдарках и каное Марина Литвинчук и Алена Наздрова расскажуть, як проходят сборы и с чего складается кожны тренировочный день, як яны ставятся до выразу, что веславанне не жаночы вид спорту, и як вернуться у великий спорт после нараджэння дзіцяці. «Больш, чым спорт» глядите у неделю 17 лютого на телеканале «Беларусь-4 Гомель» у 20:30. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Плённых вам выхадных дзён і да новых сустрэч у эфіры.